Привет всем! Не могу не поделиться своими наблюдениями. Только сегодня утром я делал технику по открыванию пути. Так, посмотрим. Значит, прошло несколько часов, 3 или 4 часа. Да, посмотрим, какая ситуация сейчас. Давайте посмотрим, что происходит спереди, сзади, значит, и по осям. Вот берем мы с вами нож, наш любимый, да, и начинаем. И вот смотрите, все. И дальше он завяз. То есть совершенно вязкое поле. Причем это идет по всем осям. По правой, по левой, да, по диагоналям. И то же самое сзади происходит. Да, такое впечатление, что сверху спустилось какое-то такое вязкое энергетическое облако, которое просто блокирует все любое движение, происходящее вот в нашем мире. Да, и то же самое, скажем, я попытался, значит, я сегодня утром делал технику, опять же, после техники проработки пути, я делал технику, значит, просто стандартную по нормализации энергетического статуса, да, то есть в правую руку нож, и вот мы его поднимаем, смотрите, что происходит, то есть руки не вязнут, да, то есть руки не поднимаются, то есть на уровне головы, да, то есть все здесь полностью заблокировано. Да, но я этой ситуацией немножко озадачился, и я стал думать, что же делать. Вот Слава подсказал мне технику, что нужно поставить 4 ножа вокруг стула, вы фотографию эту видели. Вот, и дальше смотрите, что я сделал. Я взял, один из своих ножей, да, и просто положил в карман. Да, ждем там пару, несколько секунд, да, все, и дальше смотрим, что у нас из этого получается. Смотрите. Все открылось. Все, как будто ничего и не было. Да, поднимаем. Все, совершенно спокойно руки поднимаются вверх. Да, нигде ничего не вязнет. Убираю нож из кармана. Ждем несколько секунд. Попробую проработать пути. Все. Вязкость. Все. Дальше не идет. Ни справа. Ни слева. Все. Заблокировано. Беру нож. Могу в левый карман, могу в правый. В принципе, вот мне кажется, что с левой стороны работает лучше. Ждем несколько секунд, проверяем. Пошел. Вот такая ситуация. Никогда с этим не сталкивался. Какие у вас планы? Попробуйте сами. Скажите, что вы думаете по этому поводу. Всем пока. На связи.